Да. Че, не снимаешь? Сейчас мы находимся в элифсе Коне. Такой лифт. Тут у меня двери. Инструкция. Здесь? На каких языках он наверху? На английском языке. С левой стороны. На разных. С одной стороны зашел? С одной стороны зашел. С какого вышел? Выглядит лифт Коне. Вот его панель. Короче, так выглядит. Так, мы идем обратно. Вот лифт опять Коне. Здесь прям такой классический лифт подъема. Ну как вот так выглядит лифт. Пятиэтажный еще. Вот так выглядит. Это двухдверный лифт. Здесь оттуда заходишь, оттуда выходишь. Так. Так выглядит лифт. Здесь вход, а здесь выход. А тут ведется. Лифт предназначен для 13 человек. Вес выдерживаемого лифта 1 тонна, 1000 килограмм. Слева имеется инструкция на трех языках. Так выглядит 12 человек вместе. Свет наверху диодные лампы. Здесь на самом верху 4 лампы имеются. Две двери. С одной двери заходит, с другой двери заходит. Слева стороны дверь заходит, и с правой стороны заходит. Вот так он к записи. Так он выглядит лифт Коне. У нас йога. С этой двери зашел, с этой двери вышел. Здесь выход. Все такой лифт выглядит. Вот это все. И всем пока.